из леса вести. Отец слышит, рубит, а я раздаю. Дров нету. Пошел искать дрова, короче, по окрестностям. Там пенек завалялся. Такой большой такой. Здоровый, думаю. Ну сколько ж там разрублю его, сколько же будет-то. Ну разрубил, там три ящика вышло. Эти три ящика вот с утра на растопку ушли. Как бы. А еще ж надо еще три потом заложить, короче, это дело. Думаю, ну это так, четыре пенька, это уже такой хороший ствол, как бы, выходит. Ну, как-то так. А сколько здесь дров? Да я не знаю сколько. Много. Ну как бы вроде кажется, что много, но если начинаешь топить, то кубатри мало. Насколько хватит? Хорошо бы, если бы на недельку хватило.